Здравствуйте, с вами этот магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов Marshall, набор бытового класса, то есть применяется для работы дома, в гараже. Набор 94 предмета, МТ-494. Marshall бренд белорусский, но завод по производству данного инструмента находится в Китае. Сверху вот такая упаковка идет на кейсе, указывается комплектация. Сбоку указывается, где набор производится. Два рабочих квадрата, 1,4 и 1,2 дюйма, 94 предмета. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь. Начнем с трещоток. Две трещотки, два рабочих квадрата. 1,2 дюйма, большая трещотка, и 1,4 дюйма. Трещотки, здесь идут 24 зуба силовые. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Трещотки разборные, то есть внутри можно механизм обслужить и выкручивать два винта. Идут прямые. То есть изогнутые трещотки, в данном наборе они идут прямые. Рукоятки здесь комбинированные. Резина, пластик. Надпись на трещотке хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм. Под 1,4 дюйма 155 мм. Хотел бы отметить, что для набора такого класса, то есть бытовой класс, здесь довольно качественные трещотки, то есть без люфтов, не расклябанные, то есть очень плотно прокручивается сам механизм, то есть нареканий никаких нет. Два Т-образных воротка, 1,4 и 1,2 дюйма. Длина воротка под 1,4 11 см. Под маленькие головки, под 1,2, длина воротка 245 мм. Также, если вы снимете переходник, получаете удлинитель 245 мм. Два кардана, 1,4 и 1,2 для труднодоступных мест. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Здесь карданы на винтах и на заклепках еще. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Применяется или с головками под 1,4, то есть для труднодоступных мест. Или сюда можете подсоединять биты. Получаете отвертку. Ручка здесь полностью из пластика идет. Набор Г-образных ключей, 3 ключа, 2 свечные головки 16 и 21 мм, имеет внутри резиновые вставки. В наборе шестигранный профиль головок, есть головки длинные, верхняя крышка, и головки короткие, шестигранные, нижняя крышка. Головок Торкс в данном наборе нет. Если вам нужен набор с головками Торкс, то присмотритесь к наборам на 108 предметов, 108-110. Головки под 1,4 дюйма, общее количество 13 штук. Под 1,2 дюйма общее количество 18 штук. Под 1,4 у нас самая маленькая на 4 мм, самая большая на 14. Под 1,2 дюйма у нас самая большая головка 10 мм, самая маленькая 10 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 180 грамм. Надпись на головках Marshall, хром-ванадиевая сталь, 32 мм. Покрытие здесь защитное матовое, матового цвета. То есть не глянцевая. В верхней крышке набор головок длинных, 12 головок. Самая маленькая у нас здесь на 6 мм и самая большая на 19. Два удлинителя под 1,4 дюйма, 50 и 100 мм. Под маленькую трещотку и вороток. Под 1,2 у нас удлинитель 110 мм короткий, и показывал я уже, 245 будет длинный удлинитель. Под 1,4 еще имеем удлинитель гибкий для труднодоступных мест. Очень полезная вещь. По комплектации набора все, нет, не все, биты. Биты под 1,4 дюйма, это верхний ряд, и под 1,2 это у нас нижний ряд. Под 1,4 бит здесь 17, под 1,2
15. Под 1,2 дюйма биты применяются с переходником. Адаптер идет в комплекте вот такой. Вставляете нужную биту. И сюда можете вставлять уже трещотку или вороток применить. Под 1,4 биты с адаптером идут, с переходником уже. Подсоединяйте уже напрямую, прямо к трещотке. Или вот такая вот отверстая рукоятка есть. По профилям бит торксы, шестигранники, шлицевые, крестовые. То есть два ряда. Есть также в наборе переходник для работы с шуруповертом. На него вы можете одевать головки под 1,4 или вот эти вот биты, которые с адаптером. Кейс у нас цельнолитой, то есть нету здесь зависы, которая соединяет две крышки. Это цельная конструкция. Идет. Каких-то замечаний по инструменту мы не нашли, то есть пересмотрели головки все. То есть литье хорошее, матовое защитное покрытие, каких-то следов от литья, сколов мы не заметили. Хотя учитывали, что это инструмент как бы не профессиональный, а бытового класса для домашнего применения. Кейс из пластика. Запирание здесь идет на металлические замки. Это, кстати, плюс. Эти верхние крышки все хорошо держатся. Все очень легко запирается. Без проблем. Надпись Marshall на верхней крышке. 94 предмета. Если вы присматриваете набор для дома, для личного применения, вы можете присмотреться к наборам Marshall. То есть хорошее качество за, можно сказать, доступную цену. Цена и качество, еще так называют. По кейсу. Ширина кейса 38 см, длина 30 см, высота 8,5 см. Вес набора составляет 6,5 кг. Еще раз покручу вам, покажу кейс. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором набора инструментов. Спасибо. До свидания.